Всем здравствуйте. Коллеги, я хочу обратиться даже, наверное, не совсем к пришедшим, хотя и к ним тоже, а к тем, кто не пришел. К тем, кто, я надеюсь, посмотрит это на записи, на видео или еще где. Вы знаете, всегда говорят, что политика – это грязное дело. Или что политика – это не мое дело. Я и сам так же говорил, я и сам так же считал. К сожалению, когда политика – это не ваше дело, политикой занимаются те, для кого права собственности – это пустой звук, для кого уважение труда и уважение созидания – это пустой звук, и они ничего не стоят. Если политикой занимаются такие люди, вы получаете высокие налоги, непомерные бюрократические барьеры, вы получаете все то, что вы получаете. Собственно, не занимаясь политикой, мы очень долго не занимались политикой. Конкретно вы, конкретно предприниматели, может быть, не те, кто сейчас вышел, они сделали хотя бы первый шаг, да, но те, кто сейчас не с нами. Слишком долго. Дошло до того, что тысячи предпринимателей сейчас фактически в тюрьмах. Их бизнес был отнят, а они брошены в тюрьму. И как мы видим, власть не хочет идти и не хочет проявлять какое-либо сотрудничество в этом. По сути, Путин отказался от амнистии. Нужно давить, если мы хотим, чтобы что-то изменилось, нужно давить, нужно продавливать амнистию предпринимателей, нужно продавливать снижение бюрократических препонов, налогов, нужно запрещать, да, давить и запрещать проверки. Нужно в конце концов осознавать и доносить до своих коллег, что это вы платите им за их работу, а не они, ваши хозяева, и разрешают вам что-то делать. Пока вы не занимаетесь политикой, этого понимания не будет, к сожалению. Политика – грязное дело, это правда, потому что политикой занимаетесь не вы. Спасибо.